Челябинском госуниверситете высадили редкие орхидеи. Теперь коллекция ботанического сада насчитывает 30 видов. Сами найдут себе место. Если будет влажно, то они наружу будут. Если по суше, они сами туда уйдут внутрь. Привязываем такой эластичной ниткой. Высаживают орхидеи не в стандартные горшки, а на кору дерева. Все из-за особенностей уникального растения. Ботаникам необходимо воссоздать условия, как в природе. Только в этом случае цветы приживутся. Ученые достаточно долго искали тропические растения. Мы привезли их из Тулы. От коллекционера, известного всей стране, не только орхидологам, но и просто любителям растений, Владимир Маркин. Это человек, увлеченный этим, побывал в 30 странах, откуда привозил растения из дикой флоры. Орхидеи станут украшением будущего межвузовского кампуса. Именно туда переедут тропические растения. Проект по озеленению общежитий планируют завершить через год.